А мы русские, с русских городов текаем почему-то. От Белгородской области до Рублевки совсем близко. А вдруг мы поедем спрашивать, где там наши боеприпасы на Фрунзенскую набережную? Тревожно, потому что война. Друзья, всем привет. Ну, как вы видите, мы будем говорить про Белгородскую народную республику, про бавовну, которая там происходит. И не просто бавовна, там уже неделю часть ее не контролирует, собственно говоря, российская власть, российские войска. И Пригожин уже грозится прийти в Белгородскую область, а оттуда на танках на Рублевку и Фрунзенскую набережную, на Фрунзенской набережной Минобороны России. Друзья, очень интересные новости. Может, это называется гражданская война? Ну, пролог точно положен. Сейчас обо всем об этом вам расскажу. Не забудьте подписаться на канал, прямо под описанием к видео есть кнопка. Нажмите ее, чтобы она из черной стала светлой. Нажмите кнопку с пальцем вверх, это лайк, чтобы YouTube видел, что это важное видео. Ну и, друзья, нас уже 975 тысяч, нам просто остался последний маленький шаг до миллиона. Давайте его сделаем скорее, и это в ваших руках. Если вы смотрите это видео на YouTube-канале другом каком-то, например, телеканала «Прямой», то, пожалуйста, перейдите на мой тоже YouTube-канал Алексей Гончаренко и подпишитесь. Это очень важно для того, чтобы видео шло. Ну и вы тоже можете стать, друзья, спонсором «Бавовны» в Белгороде и везде, просто присоединившись к сбору, который мы сейчас проводим на авто для 21-й бригады. Уже скоро этот сбор заканчивается, но вы еще можете присоединиться. Сделайте это. Ссылка в описании. Итак, друзья, у нас... Ну, начать, наверное, все-таки хочу вам, знаете, на целый день дать хорошее настроение. А для этого хочу вам показать грустную рожу Соловьева. Ну, грустную, это мягко сказано. Значит, который сидит и рассказывает о том, что ну что, ну вот так, ну давайте что ли копировать американский опыт, как Национальная гвардия в США. Ничего себе, так американцы, оказывается, уже не пи***цы, а молодцы. О, как дело пошло. Послушайте Соловья. Если угодно, это должна быть структура, близкая к тому, что из себя представляет там, Национальная гвардия США сейчас или когда-то было казачество там, царской России. То есть при этом это не значит, что люди должны бросать работу. Нет, это значит, что вот все мужики должны проходить там, раз в неделю, два раза в неделю курсы обучения. Они должны при этом посменно дежурить в лагерях, находящихся на территории. То есть это все дома, это все рядом с домом. Но если потребуется, то несколько миллионов человек могут в любой момент абсолютно готовы встать под ружье, зная, к какому подразделению они приписаны, зная, кто будет слева, зная, кто будет справа. Ну, слышите, он говорит справа, слева. Главное, чтобы Соловей не стоял сзади. Вот это точно. В общем, грустно Соловью. Он понимает, что ему-то придется за очень многое отвечать. И ему-то уготовано такое место, загнездят этого Соловья на скамье подсудимых в Гааге, и ему страшно. Поэтому он фонтанирует идеями, еще одна у него идея. Ну что, давайте не перестраивать все общество. Если боитесь слова мобилизации, давайте скажем призыв в тероборону всех мужиков от 18, и потом там то ли до 50, то ли до 60. Напомню, тут как раз Соловьева, собственно говоря, его собственный возраст, поэтому он так, ну, может, до 50, ну, вы поняли. В общем, да, чтобы без Соловья все обошлось. В общем, посмотрите. Я считаю, что нам необходимо провести ряд серьезнейших преобразований в нашем обществе. Я считаю, что необходимо ввести... Я понимаю, что многих пугает слово «мобилизация», но давайте скажем по-другому. Давайте скажем, что необходим призыв в территориальную оборону. По крайней мере, вот все те области, которые граничат, все мужчины в возрасте там, от 18 до там, 50, до 60 лет, должны уметь владеть оружием и знать, что если прозвучит тревожный сигнал, должны занять свое место в строю. Настроение у него, как вы видите, отвратительное, очень грустное. Но сам почувствовал, что, наверное, перебрал с плохим настроением, поэтому дальше говорит... Ну, конечно, все тревожно, да, тревожно. Но все-таки не так, как во время Харьковской катастрофы и Херсонской. Ну, да. Ну, пока не так. Он там ключевое слово говорит «пока». Послушайте. Дмитрий Геннадьевич, доброе утро. Тревожно, потому что война. Но, с другой стороны, надо отметить, настроение-то не такое, как было во время Харьковской либо Херсонской трагедии.
То есть совсем другое настроение пока. Ну, реально смешно. Да, другие пропагандисты российские не подходят россияне, их реакция в социальных сетях. Он же не так себя ведут. Послушайте Норкина. В сетях, потому что везде. Что вы думаете? Слушай, что только не писали. Что только не писали, да. Что только не комментировали. Я не вот понял причину срача. Вот Игорь Сергеевич сказал, да. Что его не удивляет то, что пишут там, его удивляет то, как комментируют у нас. Меня это тоже удивляет, потому что черт его знает, что у людей в головах. Ну и вернемся к Соловью. Он уже видит, что под ружье там 25 миллионов человек давайте ставить. Чего не 125, Соловей? Послушайте. Мы готовы пойти на эти переговоры. Просто дело в том, что та позиция переговорная нас не устраивает. Ведь Китай предложил вот эти 12 пунктов. Разве мы на них согласились? Нет, мы говорим, что это очень позитивные пункты. И давайте, чтобы этот наш противник, я имею в виду киевский режим, вот к этим пунктам прислушался, они их сразу отвергли. Просто и Запад отверг. Ну, очень хорошо, что они это сделали. Но, в принципе-то, мы свое миролюбие проявили. Кто-то на Западе решит всерьез говорить о переговорах. Но я думаю, что, опять же, этого не будет в ближайшей перспективе. Особенно в ближайшие месяцы, когда на Западе и в администрации Байдена ближе к активной фазе президентской гонки. Почему они считают, что активное контрнаступление, даже успешное украинское, обозначает наше согласие на переговоры? Что мы видели в прошлый раз? Неудача России в Харькове и в Херсоне привели к тому, что мы объявили частичную мобилизацию, запустили ВПК, после чего несколько месяцев давили, отвоевали существенную часть территории и довольно сильно раскрутились. Ну, давайте предположим, что в Украине что-то получится. Но мы объявим тогда все, что необходимо. Я не знаю, какое решение примет верховный главнокомандующий, но ясно, что сдаваться у нас нигде не написано. Тогда, ну, встанут мужики под ружье. Ну, миллиона два, три, четыре, пять. У нас там сколько? Миллионов там 20 минимум, 20, да? 25 миллионов там мобилизационный ресурс. Ну, в общем, настроение их вы поняли прекрасно. А все почему? Ну, да потому что у них совершеннейшая катастрофа в Белгородской области, вот. Там уже не то, что бавовна, друзья, там уже вообще катастрофа. РДК, Русский добровольческий корпус, сообщает, что он уже неделю контролирует новую Таволжанку. Неделю! И Россия не может выбить их оттуда. Это что, ну, мы понимаем с вами, что РДК это не какая-то, я не знаю, там, ну, что это какой-то? Корпус морской пехоты США? Что вообще происходит? Посмотрите видео РДК. Друзья, уже седьмой день подряд бойцы Русского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Другой власти, кроме РДК, здесь нет. Ну и на это масса подтверждений этому со стороны, собственно, местных жителей. Послушайте одного дядьку, который рассказывает, а что ж там война-то в Украине, а мы тут текаем, послушайте. Так, идет, вы меня извините, идет спецоперация на Украине. А мы русские с русских городов текаем почему-то. Парадокс, да? Обратите внимание, кстати, друзья, на слово «текаем». Он говорит, что русские текают. Русские бегут. Текать теоретически могут украинцы. Это еще раз показывает, кто они там. Там наши в Белгородской Народной Республике. Наши, украинцы. Просто задуренными мозгами. Но мозгами совсем задуренными. Еще одна женщина рассказывает, какой ужас творится. И при этом говорят, ну вы знаете же, да, он говорит, не понимаю почему, а ей говорят, так вы знаете про вторжение России в Украину? Она такая, ну так, а было, да, посмотрите, это истерика. Мы всегда были уверены о защите, но почему так произошло, это никто не может объяснить. А вы знаете, о российском вторжении в Украину, Наталья? Ну да, я не слышала такого, что прямо вторглись там. Промытые мозги полностью, но то, что их бомбят, они хорошо понимают. Ну и сегодня утром взрывы в самом Белгороде, бавовна, вот такая. Посмотрите видео. Утро встречает Белгород выбитыми стеклами. Ну, похоже, РДК уже приближается к самому Белгороду. Так считаю не только я с вами, друзья, но так считает и Пригожин. И Пригожин говорит, ну мы тогда что, пойдем, говорит, даю 2 недели Минобороны России. А дальше говорит, мы пойдем уже освобождать Белгородскую область. Ну дальше же мы не остановимся, говорит, и дальше на танках подъедем на Рублевку и на Фрунзенскую набережную, спросить, где там боекомплект и как там вазелином смазывают свою попочку зять Шойгу. В общем, что-то он собирается сделать явно и с Шойгу, и с зятем, ну и с его пятой точкой тоже. Посмотрите. Если ЧВК «Вагнер» придет в Белгородскую область, будет ничего не скрыть. А сейчас жители страны просто обманывают в наглую и говорят, что там более-менее все в порядке. И второе,
нас хотели заблокировать и уничтожить в Бахмуте. И поэтому там находились эти взрывчатые вещества по нашей дороге. Конечно же, в Белгородской области страшно. О том, что придет ЧВК «Вагнер», от Белгородской области до Рублевки совсем близко. А вдруг мы поедем спрашивать, где там наши боеприпасы на Фрунзенскую набережную? А вы поедете спрашивать? Пока не собираемся. Но поэтому мы даем около 2 недель Министерству обороны освободить нашу землю. Но если они не освободят нашу землю, и если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе. Мы не позволим доченькам и зятенькам сидеть, намазывать себе вазелином. А чтобы простые бабки белгородские или дети, они... Друзья, ну это... Как это назвать? Это называется гражданская война. Вот она в России, то есть Пригожин постоянно говорит, да я вот сейчас пойду, да я долбану сейчас уже. И, друзья, хочу вам сказать, что рано или поздно долбанет. Это то самое ружье, которое висит на стене, и оно точно выстрелит. Ну, это вот реальная их повестка, ну а так пропагандистская их повестка, это они устроили сейчас, значит, что Украина наступает, но несет какие-то жуткие потери, танки пошли, но уже танки бегут, те, которые не сожжены, вот эти все посты Сладковых и прочих. Ну где эти феерические видео десятков, сотен горящих танков? Все, что вы нам показали, это как вы долбанули комбайн и назвали это «Леопардом-2». Страшно подумать, «Леопард» вы, наверное, примете за инопланетную вообще технику. В общем, они пытаются разгонять эту историю, что типа они доблестно отражают украинское контрнаступление. Ну, в общем, что тут, друзья, сказать. Мы все с вами прекрасно понимаем. Прикрыть полный свой крах им не удастся. И свидетельство этому краху, даже не Бахмут, и даже не совершеннейший там преступный взрыв на Днепре, а это имя этому краху, это Шебекино, новая это Волжанка, Белгород. Вот, вот имя этому краху, и они это прекрасно понимают. Друзья, подпишитесь обязательно, не забудьте поставить лайк, не забудьте перейти на мой канал Алексей Гончаренко и подписаться там, если смотрите на другом. Я работаю для вас, держим строй.